Здравствуйте! В эфире Спорт ТВ. Начнем выпуск. До возобновления первенства ПФЛ осталось меньше месяца, а пока Курский «Авангард» проводит подготовительные сборы в Краснодарском крае. Там наши футболисты сыграли серию контрольных матчей. Как они прошли, узнаете прямо сейчас. В матче с ульяновской «Волгой» куряне устроили настоящую голевую перестрелку. Счет открыли желто-черные. Нападающий номинальных гостей замкнул передачу справа. Затем волжане удвоили преимущество с пенальти. В конце первого тайма курянам удалось отквитать один мяч. Никиту Халявского вывели на рандеву с вратарем. Полузащитник был точен. После перерыва сине-белые сравняли счет. Владислав Ларинов с точки забил мяч в притирку со штангой. Через несколько минут куряне реализовали еще один 11-метровый и вышли вперед. В концовке ульяновцам все-таки удалось сравнять счет. И снова с пенальти. Итог встречи – боевая ничья. 3-3. В следующем матче курянам противостояли представители зоны «Юг» – футбольный клуб «Махачкала». В отличие от предыдущей встречи, эта игра не пестрила обилием острых моментов. Единственный гол на последней минуте основного времени забили махачкалинцы. Сейчас куряне проходят третий заключительный сбор перед возобновлением первенства ПФЛ. Он завершится 18 марта. Одно из главных спортивных событий последнего месяца зимы. В урочище Маква состоялась лыжная гонка на Кубок губернатора Курской области. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из нашего и соседних регионов. Трассу с ними разделили призеры Олимпиады и чемпионы мира. Предлагаем вспомнить, как это было. Кубок губернатора уже по традиции объединяет любителей лыжных гонок и спортсменов с мировым именем. Одна из главных звезд – Антон Шипулин по прозвищу «Гений земли русской». В этот раз знаменитый биатлонист не стал развивать на снежной трассе запредельную скорость. У нас Левков не приехал, не с кем зарубаться. Ребята сказали, что самая главная задача – нам получить удовольствие, пообщаться с болельщиками, зрителями. Поэтому мы сегодня будем не спеша ехать спокойно и наслаждаться гонкой. Еще один участник гонки – призер Олимпийских игр Иван Черезов. В Курской области именитый спортсмен гостит уже второй раз. В этом году биатлониста приятно удивило качество трассы. Видно, что трассу расширили. Где-то есть роллерная трасса, асфальтовая дорожка. Поэтому очень прям близко к мировому уровню, стандартам. Это классно, здорово, когда трасса широкая, ровная и подготовлена специальной техникой. 22 февраля в Макве царила дружеская атмосфера спортивного азарта и веселья. Любители активного отдыха могли не только посоревноваться, но и пообщаться со звездными спортсменами. В гонке принял участие и глава региона Роман Старовойт. Мы много лет уже дружим с ребятами, с чемпионами. И в этом году мы открыли новую трассу в Макве. Дополнительно еще 7 трасс в области было подготовлено. Погода позволяет заниматься лыжами. Лыжи, по-моему, это самый демократичный вид спорта. И очень здорово, что сегодня, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, любители лыжных гонок много здесь, на этой трассе, в Солянке, в Макве. Главный заезд дня – масс-старт среди мужчин на 10 километров. За победу боролись более 100 спортсменов. Лучший результат показал призер чемпионата мира по биатлону Дмитрий Малышко. Очень непростая трасса, потому что после стадиона есть очень узкое место, где весь пилотон растягивается. Буквально лидеры уехали далеко вперед, после чего полкруга их догонял, вот, после чего вышел вперед и предложил свой темп. Некоторые ребята выдержали немножко, некоторые отвалились. Тем не менее, под конец гонки уже шел один, вот, но темп в начале гонки был очень сильный даже для меня. Завершила праздник шоу-эстафета с участием известных спортсменов, заместителя губернатора Александра Чуркина и главы региона Романа Старовойта. Трассу с ними разделили юные лыжники. Молодцы! Молодец! Молодец! В эстафете победила команда Антона Шипулина. Для Софьи Калабуховой этот момент особенный. Лыжница и представить не могла, что окажется на высшей ступени пьедестала вместе с любимым спортсменом. Я смотрела постоянно каждой гонки, просто желала, чтобы я была рядом с ним, бежала гонку. И вот мечта сбывается. Испытала такие эмоции, которые даже не могу передать. Это просто так классно было, бежать с такими известными людьми.
Участники соревнований и зрители могли согреться сладким чаем и пополнить силы сытной солдатской кашей. С самого утра рядом с трассой работала полевая кухня. По итогам турнира лучшие лыжники получили награды из рук легенд отечественного спорта. Главный трофей континентальной хоккейной лиги побывал в Курске. Увидеть и сфотографироваться с легендарным кубком Гагарина могли все желающие. Несколько часов переходящий приз КХЛ находился в спортивной школе «Арена». Тур главного трофея континентальной хоккейной лиги по городам Центральной России организовала компания «Ростелеком». В Курской области легендарный кубок гостит впервые. Его привезли в спецтранспорте с вооруженной охраной. Знаменитый трофей в свое время поднимали над головой Илья Ковальчук, Алексей Морозов и Павел Дацук. Первыми с чемпионской чашей смогли сфотографироваться самые юные хоккеисты. Я очень рад, потому что я его ни разу не видел. Я вообще это не ожидал. Когда я увидел этот кубок, у меня эмоции прям поднялись вверх. Мне он очень понравился. Скоро будут рюкзаки, было бы неплохо. У взрослых спортсменов пока нет времени на фотографии. Тренировка в самом разгаре. Потом после тренировки с парнями подойдем, сфоткаемся. Для Курска это очень круто. Никогда такого не было. Все очень рады. Мы с парнями тоже рады очень. Никогда не видели. Ажиотаж огромный. Посмотреть на кубок приходили целыми семьями. Александр Ванин с собой взял сына Захара. Курянин мечтает, что в будущем мальчик завоюет легендарный трофей. Я даже не думал, что такой кубок я увижу реально, живую. Просто повезло нам, да, что попал кубок в город Курск к нам. Это переходящий трофей. Чаще всего кубок Гагарина доставался казанскому Акбарсу. Его последний обладатель – московский ЦСКА. Я считаю, что это поистине большой стимул для ребят. Они сегодня пофотографируются, пообщаются вечером с родителями. И думаю, у них откроется такое некое второе дыхание, желание быть еще сильнее и становиться теми звездами хоккея, которыми являются команды, которые выигрывают этот трофей. Среди наших земляков тоже есть потенциальные звезды в этом виде спорта. Двое курян сейчас играют в молодежной хоккейной лиге. Талант это находится, они везде, понимаете. Чем будет доступнее, чем будет мотивация у них, тем, я думаю, мы увидим и наших звездочек, тоже курских. Возможно, кто-то из них выиграет и привезет сюда. И не только кубок КХЛ, но и кубок Стэнли, может быть, когда-нибудь. Ну, будем об этом только мечтать. В Курске кубок Гагарина пробыл один день и подарил незабываемые эмоции любителям хоккея. Затем трофей отправился в Смоленск. Открыли новый сезон уверенным и красивым выступлением. Куряне завоевали 3 золотых медали на всероссийском турнире по конному спорту. Соревнования прошли в Московской области. В них приняли участие около 50 всадников из разных регионов страны. София Ильина – восходящая звезда курского конного спорта. На соревнованиях девушка и ее лошадь Декада увереннее всех справились с 3 дисциплинами в своей программе. По манежной езде у нас все сложилось достаточно неплохо, что нам позволило выйти вперед. Впереди ждал конкур, который представляет собой преодоление препятствий на чистоту и резвость, с чем мы тоже очень хорошо справились, преодолели все чисто, и оставалось удержать лидерство на кроссе. Тут, конечно, не обошлось без поддержки лошади огромной, без ее опыта. В тандеме с Декадой София выступает совсем недавно. Секрет успеха – взаимное уважение и понимание. Без постоянного общения и ухода за лошадью победы не придут, утверждает спортсменка. Я смотрела на ее поведение в разных ситуациях, она смотрела на мое. На дистанции лошадь очень чуткая, она прислушивается к всаднику. То есть если ты уверен, если ты идешь на ту сторону, грубо говоря, она пойдет с тобой вот всей душой и куда ты ее поведешь. За это и огромное спасибо, конечно. Еще одно золото соревнований домой привезла Юлия Розенькова. За плечами спортсменки множество побед на международной и всероссийской аренах. Несмотря на солидный опыт, перед каждым заездом курянка все равно волнуется. Старт – это всегда эмоции, и каждый спортсмен хочет победить. И как бы тут и удача, конечно, не помешала бы. Знаете, бывает иногда спортивное счастье, как бы у нас спортсменов такое есть. Вот. Ну, я считаю, что моя лошадь на все 100, все сделано на все 100. И из ДО отбежала, и конкур отпрыгала, и кросс. Ну, лошадь уже готова, действительно, которая имеет квалификацию на Олимпиаду.
Курскую область на турнире представляли 5 спортсменов. Все они показали высокий уровень техники и мастерства. Все проходило хорошо, все проходило в штатном режиме. Девчонки все показывали как надо. Одна из девчонок забыла просто маршрут кросса, была исключена из соревнований. Вот. Это такая вот шероховатость, которая принесла ложку дегтя в нашу бочку меда, а так бы все первые места были наши. Сейчас наши троеборцы постепенно набирают форму под крышей манежа. Настоящая жара и в прямом, и в переносном смыслах начнется летом. У курян есть реальные шансы попасть на первенство Европы, которое состоится в августе во Франции. Проверить свои силы в разных дисциплинах. В Курске завершился зимний фестиваль «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие юноши и девушки со всего региона. Соревнования объединили почти 300 ребят. Анастасия Талдонова из Железногорска – абсолютный фаворит среди девушек. Гимнастка, бегунья и просто красавица. Уже несколько лет она становится победительницей фестиваля. Достичь успеха здесь помогают занятия разными видами спорта. Гимнастика, здесь есть гибкость, она помогает больше наклониться. Прыжок, например, должна быть силовая выносливость. То есть у тебя должна быть взрывная сила, и это очень помогает дальше. Прыгнуть и сделать все лучше. А это к выступлению готовится фаворит среди юношей Никита Родионов. Предстартовый драйв – дополнительная порция эндорфинов. Атмосфера всегда волнительная, конечно. Всегда выступать как будто в первый раз. Мне вот нравится этот кайф, когда волнение, этот адреналин. Когда победа, конечно, еще лучше вдвойне. Юноши соревнуются в прыжках, наклонах, подтягивании, упражнениях на пресс. У девушек все то же самое, только вместо турника – отжимания. Нагрузки серьезные. Некоторые спортсмены на глазах болельщиков падают без сил. Дыши, давай, дыши. Давай, можешь. Давай, один раз. Давай, разок. Давай. Давай, давай, давай. Победители определяют по сумме баллов за каждое упражнение. Но в первую очередь ГТО – это соревнование с самим собой. Зимний фестиваль ВФСК ГТО проходится поэтапно. Для того, чтобы в нем приняли максимальное количество людей, тех, кто победил у себя в отборочных в муниципальном этапе. Здесь победители муниципальных этапов, то есть сильнейшие ребята из своих муниципалитетов. Следующий фестиваль ГТО пройдет в регионе летом. В Курске открылась детская академия тенниса. Там побывал глава региона Роман Старовойт. Пока она работает в тестовом режиме. Здесь созданы все условия для игроков и тренеров. Предусмотрена возможность заниматься адаптивным спортом. Губернатор отметил, что объект хорошо спланирован. Работы по строительству выполнены качественно. В распоряжении игроков 4 крытых корта и столько же под открытым небом. Есть зона для зрителей, кафе и теннисный магазин. Сейчас завершают благоустройство. Строительство академии велось за счет средств инвестора и бюджета Курской области. Я уверен, что с приходом весны мы уже на полную мощность здесь на 8 кортах будем с вами и тренироваться, и проводить соревнования. Официальное открытие запланировано на май 2021 года. Здесь сразу же пройдет первый детский турнир, на который предварительно записалось уже 120 юных спортсменов. А на этом мы заканчиваем. С вами был Станислав Костиков. Смотрите Спорт ТВ и болейте за наших.